И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Axen Free, как-то так она называется. Остановились мы на том, что нас запер тот дом, как бы, когда мы выключали электричество, у нас тупо закрывалась дверь, и мы просто застревали. Кстати, давай-ка вот проверим вот эту территорию. Ну, короче, тот, кто смотрел вторую серию, молодцы, в принципе, вот мы продолжаем. Так, значит, что там? Что за табличка? Давай посмотрим. Так, Роща Тауи. Так, мы выйти не можем. Окей, в принципе, понятненько. Так, давай-ка выходи. Кто не смотрел вторую серию, я расскажу поподробнее то, что дом, вот, который там. Так, зачем здесь фуникулёр? Ага, фуникулёр, окей. Так, короче. Он, вот этот домик нас запер, когда мы вырубили электричество. То есть какая-то ловушка прям вообще. Так, окей. Все, давай, входи. В принципе, я думаю, нам сюда нужно. Ну что, нам надо как-то завести этот фуникулёр, я хз. Так. Окей, так, генератор. Я нашла переключатель. Так, стой, тут написано, опасайтесь перезагрузки. Ну, понятненько. Это мы все проходили. Все будет нормально. Давай, я справлюсь, короче. Так. Спасибо. Давай. If someone were to get electrocuted, it should be me, right? It makes some kind of circus sense. Все будет хорошо. I'm sure you'll be fine. All right. Окей, была не была. Все он. What's happening? Все нас, короче, заперли. Так, короче. It's. I can't believe this. Все, короче, нас заперли. Но у нас есть волшебное радио. Короче, я посмотрел, что вообще за волшебное радио. Оно, короче, может управлять электричеством каким-то образом. То есть, ну-ка. Вот. Видите? У нас радио волшебное, короче. Так, погоди, еще раз, что ли, надо? Ну, окей. Воу! Все, короче, мы включили фуникулёр. Как-никак мы включили этот фуникулёр. Короче, поехали. Открывай. Погнали. Так что, радио у нас волшебное. О, что за стул? Разве он здесь был? Алекс? Блин, я сам даже испугался. Какой-то... Все, прости. Я не могла иначе. Так, поехали. У нас, значит, завелся этот дурацкий фуникулёр. Все, в принципе, поехали на нем побыстрее спасать нашего дядю Рена. То есть не дядю, а нашего чувака. Все, так, двигатель. Ага, все. Ага. Так, погоди. Так, окей, в принципе, давай вот переключатель. Аллилуйя, слава богу, все, поехали в лагерь. Поехали. Все, давай. Летим. Вперед. Так, сохранялка. Угу. Все, приехали. Значит, это лагерь, я так понимаю. Да, вижу палатки. В принципе, все, выходим. Ты посмотри-ка, не упала. Хоть что за хороший вечер. Ура! Все, так. Сначала была бы здесь в детстве, да? Да, но с братом. Ага. With Michael? Yeah? С Майклом, да. А родители с вами были? Ага. Ну, короче, в принципе, можно иногда не отвечать на вопросы, так, палатка. Кто поставил эту палатку, почему ушел, не забрав ее? Ну, какой-то потрепанный, как будто давно тут стоит. Ага. Ну, есть такое. Сюда, наверное, классно приезжать летом или весной. Здесь очень красиво. Так, погоди.
Да, здесь неплохо. Вау, вау! Это что за дичь такая? I mean, it must have been nice having this right here, just a little two-hour boat ride away. Офигеть, у нас все искорежено стало. Так, палатки мы можем еще раз подойти. Ну давай, костер. А, костер это. Постой, мы же тут проходились 10 минут назад. Так, и костер не горел. Ну да. А, если честно, я не помню. Ё-моё. Но все равно упорно это, ага. Короче, топаем. Топаем наверх. Так, это что за Silent Hill пошел? Я не понял, почему тут все повторяется. Так, я так не хочу. Давай, спускайся. Ты не помнишь. Джонс, ты что, правда не помнишь, что здесь снова спрашивают? О, мяч. Что-то новенькое. У меня был точно такой же мяч. Это очень странно, у меня в детстве был точно такой же мяч. Ну да, с чего бы производителям игрушек делать два одинаковых мяча? Очень смешно. Так, пнуть мяч. Ну давай пнем мяч. Ага. Вот тебе. Вау. А чё он возвращается назад? Ну давай еще раз пнем. Вау. Я вот говорю, двигайся мяч, а не как-то ты его. О. Аборт, аборт. Радио. Вау, вау, вау. Так, мне уже надоело. Maybe don't antagonize whoever. Все, хватит чудить. All right, let's not make it weird now, radio people. Да блин, это что, надо обязательно этот мяч пинать? Погоди, ну, давай еще раз. Ну что, чувачок за нами не хочет? Сейчас у них есть чувство юмора. Вау! Это что за дичь такая? Смотри. Ну все, черт, у меня тоже чуть сердце не выскочило сейчас от страха. Вообще, то есть я... Да ты чего? Джонас! Джонас, где... Опять этот Джонас пропал. Да ё-моё. Вообще тут какая-то необъяснимая фигня происходит прям в этом городке маленьком. Так, и что? Окей. Вау! Стоп. Стоп, что происходит? Погоди. Это же мы стоим. Что? Не говори ему... Не говори Майклу, как ему поступать с Клариссой, хорошо? Что ты имеешь в виду? Что за Майкл, я уже не помню. Это брат, что ли, наш, походу? Стоп, стоп, мы же уже здесь были. Должен быть выход, так же быть... Ага. Блински. Все нормально, должно быть, мы что-то упустили. Да, наверное. Ну все. Ты что-нибудь помнишь? Опа. Тут какая-то штука появилась. Так, давай как к ней подойдем. Магнитофон. Вау. О, смотри, я раскручиваю что-то. Вау. Чё? Мы что-то сделали. Знаешь, я только что сейчас почувствовал, что мне на голову как будто что-то давило. Может, сделав это, мы выбрались отсюда? Так, ну что мы сделали вообще с этой штукой? Конечно, она интересная. Так, я не знаю, что... Ага. Кстати, это вот уже вот первый раз мы в этой игре что-то сделали с мышкой. Потому что тут мышкой вообще не взаимодействуешь, тут только вот клавишами клавы. И тут первый раз нам попросили что-то сделать мышкой. Так... Так, значит, призраки, да, окей. Призраки, так, поехали сюда. Так, наверх забираться пока не будем. Без понятия. Так, давай посмотрим, что по карте. Так, о, так мы вообще тут близко. Вообще тут близко, вообще лежащие. Просто я надеюсь, что им просто хочется поиграть в футбол и все. Так, давай-ка сюда пройдем. Мало ли что тут будет. Так, с
скамейка. О, я ее помню. Джек и Джек вырезали свои... Митчелл и Джек Лэд. Они всегда вместе тусовались. Они вырезали свои имена на этой скамейке, когда мы приезжали сюда с классом. Тебе ведь пофиг, да? Ты даже... Слушай, продолжай... Да-да-да. Ага. Да, просто пофиг. Окей. Просто старая история. Кстати, куда мы идем? Интересненько. Давай-ка сюда пройдем. Это что, Нона? Опа! Да, она... Не, только не двигайтесь, ладно? Даже близко не подходите. Нона, просто не двигайтесь. Ну же, Нона, мы искали вас. Ночка выдалась сумасшедшей. Все так быстро произошло, у меня начались галлюцинации. Я даже стал забывать некоторые вещи с вами. Не подходи ко мне. Чего? Так, Алекс, давай отойдем. Нона, это я. Я Алекс, помни. Ух ты, тут что, все посходили с ума? Нона, мы же тебя всю ночь не видели, это первый раз. Ну, может быть, были нервы, но все это же Алекс какой-то Джон. Ага. Так, что в смысле, когда мы... Я просто что видела Алекс не на пристани, уже эта пещера стала похожа на гребаный день независимости. Поверь, Нона, это были не мы. Я пока не уверена. Блин, какой-то тупой вопрос там ответил. Блин, надо было мне отвечать. Назад, я не шучу, а чё? У неё чё, пушка? Эй, куда? Почему так? Погоди, куда ты уходишь? Давай-ка. Мы ж тебя нашли. Я хотела помочь. Просто хотела ей помочь, вот и всё. Помочь — это твоя помощь? Сиди тут. Нет. Боже, упаси, только никогда не пытайся предотвратить самоубийство. А что, если она с собой что-нибудь сделает? Поехали за ней, куда-то она сдрыснула. Так, окей. Хорошо, забудьте, уверен, мы еще найдем. Так что ладно. Так, вообще, куда мы направляемся? Эге. Ладно, окей. Так, не застревай. Так, ретранслятор, что за... О, нам как раз туда надо. Там этот Рен сидит вроде. Пойти на ретранслятор? Давай, поехали. Так, сохранялка. Ну, смотри, какая фоточка у нас. Мяч и мы. И опять эти, как его, непонятные лучи какие-то, треугольники и всякая вот эта дичь. Ну, прикольненько. Так. Ретранслятор, окей. Вообще. О, так... Ребятки, так мы вообще тут близко. Так, мне просто интересно, почему ты дала мне переключать так, окей. Я не собираюсь ставить себя под удар. Ага. Короче, ладно, окей. Не будем ничего отвечать. Так, мы можем сюда пойти. Ладно, короче, забираемся. Это, наверное, станция. Кстати, все. Опа, станция. Да-да-да-да-да, все. Короче, поехали на станцию. Так, давай. Так, колодец. Что за колодец? Давай-ка посмотрим. Так, колодец желаний. Я вроде бы читала, что это колодец первое, что построили на острове еще в 1600-х годах. Фига давно. Здесь нет никакой таблички или... писать нечего. И рада, где табличка должна быть? Так, окей, просто колодец. Так, давай-ка сюда пойдем. Так, куда, направо или налево? Ну, давай направо. Так. Может, стресс? Может быть, всего лишь это стресс, но от того, что с нами происходит сейчас. Думаешь, я не знаю, что такое стресс? Я не знаю, что такое стресс. Так, окей, давай сюда пойдем. Мне кажется, что мы что-то сейчас найдем. Вот этого Рена. Он должен быть там, это, и так далее. Окей, что здесь у нас? Так, табличка. Давай сюда зайдем, заглянем. О, слава богу, я уж думал, что это оборотень. Чего? Рад видеть, что с тобой все в порядке. Там все плохо, но я в порядке, просто рад, что вы пришли. И вообще, понимаете, что происходит? Воу, опять!
Чего? Воу! Так, наверное... О, посмотри-ка, опять какая-то с нами дичь начала происходить. Ё-моё. Ну, стоит... Э, куда, дядь? Блин, он что за... Реально какая-то, вот знаете, паранормальная, вот. Рен! Завязывай со своей травкой. Так, давай быстрее догоняем его. Догоняем. Кстати, это не я бегу, это она бежит так. Смотри. Рен, ты вообще с нами? Ты же приятель. Пришли соседи попросить сахарку. Дело не в наркотике. Ты не подумай, я не сгущаю. Не хотелось бы говорить об одержимости. Но... Что, но? Но что? Не знаю, как закончить. Реально, какая-то дичь. Так, погоди. У нас опять что-то дается какой-то странный выбор. Опять какой-то непонятный у нас выбор. Магнитофон. Ну, давай вот так выберем. Может, ты помнишь, но когда мы в последний раз застряли, то выбрались при помощи подобной штуки. То, что я сейчас... Окей, я кручу. Я кручу-верчу. Давай вперед, блин, быстрей. Так, окей, что-то не работает. Давай-ка тут проверим. Что-то я кручу-верчу, это не получается. Блин, какая-то реальная тут фигня происходит с этими делами. Так, магнитофон, давай. Кручить. Так, давай, вперед. О! Да блин, я не знаю как. Давай, я кручу. Да ё-моё, я прям вот реально. Ну смотри, о, все, что-то сделали. Так, давай-ка и тот прокрутим также. Сложно крутить реально что-то. Так, погоди, давай вперед. Не знаю, что нам дают эти магнитофоны, но что-то они нас спасают каким-то образом. Так, давай, магнитофон, все. О, вот он белеть начинает, вот, давай. О, все. О, эй, куда Рен пропал? Рен, ты здесь? Погоди, он должен быть тут. Ё-моё, о, сломанный телефон. Наверное, Рен с него звонил. Кажется, он сломан. Опа, а это куда? Погоди. А, не, мы туда не пойдем. Так, радио нам сейчас не надо. В принципе, смотри, у нас еще какой... Да блин, что ты радио сюда достаешь? Смотри, у нас есть долгий путь в форм Мильнер, короче, училище связистов какое-то. Ну окей, в принципе, погнали туда, побыструхе, все сейчас сделаем. Куда-то, короче, Рен пропал, наши друзья куда-то пропадают, что-то с ним какая-то дичь творится. То того находим, то все находим. Одна убегает, другая пропадает, так. Аванпост, поехали туда. Стой, мы же... Не можем уйти без Рена. Так. Погоди. В смысле без Рена уйти? А что делать нам тогда? Давай, уходим. Вперед. Чего не хочешь? Блин, надо было ответить на диалог, наверное. Без Рена, ё-моё, не уйти. Так его нету. Он куда-то исчез. Где нам его искать теперь? В лагерь? Не, туда не возвращаться вообще не очень хочу. Реально не очень хочу туда возвращаться. Ну, блин, все-таки придется нам в ту степь топать. Блин, не хотелось бы. Так, давай сюда. Ух, черт. О, оп, ты, моп, ты. Так, что происходит? Ё-моё. Что с ним, понятия не имею. Я просто то, что говорят, что не стоит передвигать человека с травмой позвоночника, но это как-то не нужно что-то сделать. Это другое. Это не травма, но спортивный снаряд, а словно от звездного ребенка превращается.
Ну что, оно тоже, ну, мне кажется, короче, что-то какая-то бред тут. Блин, ну я пока не рискну туда подходить. Так, может подойти к нему? Реально с ним какая-то дичь творится. Ладно. Поехали отсюда нафиг. В смысле, а чё, уйти не могу? А, погоди, радио, конечно, мне кажется, радио сейчас надо достать, давай. Так, в чем конкретно заключается... Так, погоди, чё-то ловим какую-то волну. Вот. А что нам делать? Сходим на берег через неспокойный прибой узких пляжей севера. Так, в чем конкретно заключается наша работа? Около 3 квадратных миль известняка и угля. Погоди, давай вот так как-нибудь попробуем. Как-нибудь вот так тогда. Так, давай поближе к нему тогда подойдем. О, да-да-да, что-то начинается. Смотри, что-то все покраснело так, по-жесткому. О! Чё это за... Ау! Вау! Вау! Это ему помогает или что-то хуже делать? Что определенно происходит? Я ничего другого не придумала. Так, погоди, давай еще раз. Так, главное, чтобы покраснеть, чтобы все было. Так, давай вперед. Воу, смотри, что-то при... Вау! Так, вот так. Офигеть! Воу! Нашего друга забирают! Что? Воу, смотри, опять этот треугольник чертов. Нашего братана похищают. Ты чего? Ё-моё! Джонс, господи, Рен, ты... О боже, сложно говорить через ребенка. Вау, что? Джонас, ты где? Нас много, не один глупышка с голубыми волосами. Так, погоди. Ты чего? Но не бойся, вы куклы, не причиним вам вред. Воу-воу-воу-воу. Нет-нет-нет, куда? Ты чё? Радио вперед. Вы можете нам помочь? Дом каменный, мы отправляемся домой. Всем, блин, какая-то дичь творится. Вообще просто жестко. Все. Вау! Блин, можно? Воу! Воу! Чё? Фух, слава богу, с нашим другом все в порядке. Не двигайся! Приноси плоды. Чего? Вы чё творите, треугольники? Воу. Охренеть, это что? Матерь Божья, ребят. Господи, Рен. Ты жив? Да. Все? Но только вот это что за дичь осталось? Почему, кстати, спасибо, что пришли. Почему же это произошло? Я же бывал здесь раз 15. На острове есть призраки, и со мной не случилось ничего хуже, ну типа детей теряющих. Ё-моё, этот остров, то есть проклят воспоминаниями или что-то вроде лифта с призраками. О, господи, кто-нибудь, эта штука вообще работает? Нона, это та, которая убежала. Там, не знаю, я в башне связи на острове Эдвардс. Да ты чего, куда ты? На нас... Услуга, если бы не кто-нибудь, черт, это я пытаюсь связаться. Погоди, нам что, туда возвращаться, но... Никто не может пользоваться.
Блин, нам нужно ее найти, но, блин, все-таки мне кажется, нам нужно ее найти. Так, мы возвращаем к башне связи за Ноной, или... Нужно сначала заскочить к Ларисе. Да, я думаю, надо с этой Кларисе заскочить, а потом уже эту Нону спасать. Вот так. Так. Ага. Короче, погнали отсюда нахрен. Тогда вперед. Так, смотри. Мы тут радио, вот вышка. То есть нам вот через всю эту дичь возвращаться. Ну давай туда пойдем, в принципе. Попробуем. В принципе, попробуем. Так. Окей. Блин, я прослушал разговор, поэтому, блин, нифига он опять бежит. Гов Милнер. Да, Гов Миллер. Гов, вперед. Все. Помоги Кларисе. Окей, все, поехали. Поехали, вперед. Вперед, давай, все, двигай. Двигай копытами своими. Давай, вперед, 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 да вперед, двигай. Все, короче. Все. Вот, в аванпост идем. Все, поехали. Пойти. Так, сохранялка. Сохранялочка у нас. Наша хорошая сохранялочка. Так, ну вот мы пришли. Так, что это было? Меня кто-нибудь слышит? Хоть кто-нибудь? Риса? Проклятие, эта штука вообще работает, если меня кто-нибудь слышит, я Форт Милнера. В этом, кажется, черт под зале или типа того. Что ж, она где-то поблизости. Кажется, мы просто в каком-то урагане сумасшедшего дерьма. И она все время умудряется раздражать. Ну, хоть какой-то навык. Все, ну проходим, либо что. Давай вот... Дверь тут заперта, я так понимаю, да? Окей, все, поехали сюда. Знаешь, что Форт Милнера был выведен из эксплуатации. Ага. Только выслушай, что если нет... Ага. Так, давай-ка сюда. Так. Так. Задание. Так, давай спускаемся. Опа, вышечка. Результат того, что секретного. Но если у нас есть какая-нибудь экспериментальная программа. Так. Все время попадались ее части. Так. Смотри, значит, мы можем туда пойти, а в принципе можем вот сюда забраться. Я не знаю, вот. Как ты думаешь, вот радио вот может помочь, я думаю, что-нибудь такое вот. Давай по радио попробуем что-нибудь сделать. Так, давай сюда забирайся тогда. Значит, можем сюда забраться и что-то сделать. Вот эта красная лампочка, то есть на красные лампы что-то реагирует радио. Так, давай попробуем. Да-да-да, я же говорю. Так, я же говорю на радио, ну, на радио все реагирует. Так. О! Так, погоди, как-нибудь. Кларисса! О! Where are you? Кларисса! Oh, forget it. Теперь... Ой, что-то мы дичь какую-то начали. Ой, ты ёпсель мопсель. Нужен подан, никогда не поздно приготовить десерт. Какого чёрта? Хотите сыграть в игру? Опа, дверь открылась. О, походу она заперта была, ребятки. Так, я не знаю. Короче, видим красные лампы, всё. Это значит, у нас надо применять радио. Блин, странного чувака за радио. Всё, так поехали быстрее отсюда нафиг. Просто нафиг. Чё-то мы натворили какую-то дичь, Рен опять куда-то пропал, кстати. Каким-то образом. Куда-то он всё убегает, куда-то всё далеко. И его никогда не найти. Так, давай, догоняй нас, чувачочек. Так, всё, давай. Зайти. Какие в казанские, какие камеры, вообще не очень понял. Вообще сейчас не очень понял, что за камеры. Так. Так, ух ты, ёпсель-мопсель, что тут у нас такое за дичь происходит? Oh, no, 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 no. Ой, дверь опять закрылась.
Ой, ну слава богу, у нас фонарик есть, и мы в деле. Смотри, какая, смотри, как круто с графикой все дело обстоит. 2D и 3D. Ага. Раз уж я разговаривал, не встречался с Майклом. Ну, короче. Я думаю, ребятки... Так, просто забавно, понимаешь, в смысле не забавно. Ну, короче, ребятки, я думаю, на этом мы закончим эту серию. Это была третья серия по игре Oxenfree. Так. В принципе, ладно, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. И давай пока. Пока-пока.